Привет, меня зовут Женя, это рубрика «Короче, сильные новости, поехали». Житель Чечерска, который нелицеприятно высказался о Лукашенко на приеме психолога, получил год колонии. Сильные новости пишут, что молодой человек пришел к врачу и рассказал о ситуации в стране свое мнение. Психолог рассказала об этом в милиции, и теперь на мужчину завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко и уже вынесли наказание. Так за что били-то? В Светлогорске в апреле в соцсетях появилось видео, на котором видно, что трое девочек-подростков избивают свою знакомую. Якобы та распространяла о них слухи. Однако в процессе ведения дела выяснилась немного другая информация. Оказывается, трое подростков хотели самоутвердиться за счет тихой школьницы и показать перед окружением свое превосходство. Девочек, которые достигли 14-летнего возраста, наказали по уголовной статье. Вчера Лукашенко сказал о том, что НКО и НГО Беларуси нужно ликвидировать, и сейчас идет их зачистка. А сегодня мы узнаем о том, что вчерашним числом более 40 организаций Беларуси подлежат ликвидации, в том числе и организация, которая владеет сайтом «Сильные новости». Напомню, мы до сих пор не знаем, по какой причине ликвидируют нашу организацию.